в администрацию на работу 43-го маршрута, который следует с Меланжевого в Курьяново, поступила жалоба. Обращение гражданина направили в Ространснадзор и ГИБДД. В итоге было решено провести большую проверку. Утром в понедельник на площади Примирения перед отправкой изучили все автомобили. Состояние транспортного средства, наличие необходимых документов у водителя, в том числе карты маршрута. Так, у одного из водителей была неправильно поставлена отметка в путевом листе. Отвечать за нарушение будет перевозчик. У нас с начала года больше 50 обращений граждан. По каждому обращению проводится проверка. Либо силами самих предприятий, перевозчиков, либо мы направляем в те органы, которые компетентны по вопросам, указанным в этих жалобах.